Каждое новое поколение автомобиля выглядит агрессивнее и круче предыдущего. Но Volvo пошли своим путем. XC90 остался верен себе и легко обходится без ненужной внешней спортивности. Минимализм дизайна пробрался и в салон. Если раньше обилие кнопок и ручек на панели указывало на высокий класс авто, то теперь все с точностью да наоборот. Все механические переключатели заменяет большой сенсорный дисплей. На выбор предлагаются два необычных силовых агрегата. Младший двухлитровый турбомотор с компрессором выдает невероятные для своего объема 316 лошадиных сил. Старшая модификация в дополнение к аналогичному ДВС получит электромотор с подзаряжаемыми от розетки аккумуляторами. Такой гибрид будет развивать аж 400 лошадиных сил. И все это при расходе в 7 литров на сотню.